Now we are moving directly. Now, I requested Valentin to ask you all to read the book of Daniel. Я попросила Валентина сказать вам, чтобы вы прочитали книгу Даниила и книгу Откровения. I'm coming into the preparation for this week. Прежде чем эта неделя начнется. I don't want you to raise your hands to tell me who read Daniel and Revelation. Я не хочу, чтобы вы поднимали руки и говорили, прочитали ли вы Даниила и Откровение. Потому что я не хочу никого смущать. Но те из вас, кто прочли книгу Даниила и Откровение, у вас будет преимущество. И также, если вы не прочли еще книгу Даниила, пока, тогда сегодня вы должны прочесть всю книгу в подготовке на завтра. И очень быстро мы будем продвигаться, весь текст мы не будем читать. Поэтому первое мы поговорим об авторстве и о дате этой книги. Даниил был во времена Вавилонской империи и в первые годы Персидского царства. Традиционно мы говорим, что Даниил является автором книги. И когда я исследую этот вопрос, так я не нахожу никаких аргументов против. Добро пожаловать в класс. Хотите занять место? She's waiting. Ага, сейчас. But there's no reason to dispute the fact that Daniel wrote the book. Нет никакого повода опровергать этот факт. Now, according to the Talmud, и в соответствии с Талмудом, the men of the great synagogue wrote the book of Daniel. Мужи Великого Собрания написали эту книгу. And this great synagogue consisted of different members. Эта Великая Синагога, Великое Собрание, в ней было несколько членов. So the rabbis of the Talmud said that Haggai, Zechariah, поэтому раввины говорят, это Агей, Захария, and Malachi, Малахия, as well as Zerubbabel, также Зарававель, and Mordechai, и Мардахей, and their associates, и их коллеги, are the ones who wrote the book of Daniel. Их товарищи, это те, все те, кто написали эту книгу. Потому что они жили в тот же период истории, что и Даниил. По Раши, который жил в 11 веке, он где-то жил с 1040 года по 1105 год. Он настаивал на том, что Даниил не написал этой книги. Потому что он считал, что написать пророческое послание за пределами Святой Земли запрещено. И что любое истинное слово от Бога должно быть написано только в земле. И в соответствии с этой традицией, книга Даниила была написана Даниилом, авторство было Даниила, но передавалась эта книга устным способом. До тех пор, пока она не дошла до этой первой группы, ранней группы мужей Великой Синагоги, Великого Собрания. Агент.
whose work continued, the great work of the great synagogue continued until about year 300 before Yeshua. Mm-hmm. И они продолжали работать, либо функционировать это собрание где-то до третьего века до нашей эры. So the book was probably written in about the middle of the 5th century. И поэтому книга, вероятно, была записана в середине 5 века. And I say by Daniel himself. А? I say by Daniel. И я говорю, что самим Даниилом. All right, now the name Daniel. И имя Даниил. Даниэль. Даниил. Means God is my judge. Означает Бог мой судья. Or God is judging, or God will judge. Или же Бог судит, Бог будет судить. Now, though Daniel lived during the Babylonian exile, и хотя Даниил жил во времена вавилонского пленения, it was not like the case of Ezekiel in the midst of his countrymen. Это. Daniel lived during the Babylonian exile, but not in the middle of his countrymen. Это не было похожим, как времена Иезекии, и Даниил не находился среди своих сородичей, евреев. But Daniel lived at the court of the ruler of the world. И Даниил находился во дворе мирового правителя. And he was in the service of the state. И также он служил, он находился на служении. Now, for the book of Daniel, we find that there are two languages that are used. И также в книге Даниила мы находим, что там используются два языка. We would expect, of course, the book, the language of Hebrew to be used. Конечно, мы ожидаем, что используется иврит. And it is extensively used. И он очень, его очень много можно увидеть здесь. But there is a second language that is used. Также используется второй язык. And this is Aramaic. Это арамейский. And this particular Aramaic is a form of imperial Aramaic. И этот арамейский, он форма языка, который применялся в империи. Which was the international language of the Middle East. И это был международный язык Ближнего Востока в тех времен. Which was used extensively through much of the time of the composition of Hebrew scriptures. И очень часто его использовали во времена написания писаний, составления писаний. Now the Hebrew sections may have been translated, in fact, originally from the Aramaic. И также, если взять некоторые отрывки, которые написаны на иврите, возможно, они были переведены с арамейского. Or at least were written by an author who was more at home in Aramaic than in Hebrew. Либо же, может быть, те отрывки были написаны авторами, которые более удобно себя чувствовали на арамейском языке. Выражаться. The Hebrew, the style of the Hebrew of the book of Daniel is the same that is found in Esther, Ezra, Nehemiah, and the Chronicles. И также, если взять стиль иврита в книге Даниила, такой же, как в книге Эсфири, Ездра, Неемия, также в книге Паралипоменон. There's also a number of foreign words that are included in the book of Daniel. Также в книге Даниила включено несколько иностранных слов. There are 13 Akkadian words. What? 13 Akkadian words. Akkadian. Yeah, from Akkadia, just the people group. Есть 13 слов, используемых Акадия, это как народность такая. And there are 17 Persian words. 17 персидских слов. And even three Greek words. Даже три греческих слова. Because we need to remember that even Greek influence in the Middle East. Также нам нужно не забывать о влиянии греков на Ближнем Востоке. Can be traced back as early as 6 centuries before Yeshua. И оно началось, это греческое влияние, начиная с 600 века до нашей эры. На Ближнем Востоке. We know that Alexander the Great and Hellenism came in the 4th century. Мы знаем, Александр Македонский и эллинизм распространился в 4 веке до нашей эры. But the Greek influence had already begun to penetrate the world. Но такое греческое влияние в общем началось где-то с 6 века до нашей эры. Now the book of Daniel is divided into two nearly equal portions. Книга Даниила разделена примерно на две части равнозначные.
But they are not equal in terms of Hebrew and Aramaic. Но это части равные не в плане языка, который использовался, это иврит и арамейский. Now the first six chapters of the book of Daniel. Первые шесть глав книги Даниила. Contains six narratives that relate to Daniel's personal life. Это шесть историй, которые говорят непосредственно о жизни Даниила. And the lives of his three companions. И жизни его трех товарищей. The second book of Daniel, chapters 7 to 12. Вторая половина книги Даниила, 7 главы по 12. Describe the four visions which were experienced by Daniel. Говорит о четырех видениях, которые были у Даниила. Chapters 7, 8, and 9 are separate visions. 7, 8, 9 главы — это отдельные видения. And the fourth vision is contained in chapters 10 through 12. И четвертое видение с 10 по 12 главы. So the first part of Daniel, поэтому chapters 1 to 6, первая половина книги Даниила с 1 по 6 главы, is considered the book of history. Это историческая книга. And the second book, и вторая половина книги, second part, вторая половина, is called the book of visions. Называется книгой видений. Now, where is Daniel in the canon of Scripture? Где находится Даниил в каноне Писания? You understand the word canon? Okay, thank you. In the Hebrew canon, в еврейском каноне, Daniel is not recognized as one of the prophetical writings. Даниила не признают как одного из пророков или пророческих писаний. Therefore, Daniel is included in the Ketuvim. Поэтому Даниила причисляют к Ketuvim. Or what is considered the writings. Либо мы называем это Писание. You're familiar with the name Tanakh. Вы знаете Танах, что значит Танах? Тора, Невиим, Ктувим. So Daniel is not considered part of the Neviim. Поэтому Даниила не причисляют к Невиим. Another part of the Ketuvim. Но Ктувим. In the Christian canon. В христианском каноне. Daniel is recognized as one of the minor prophets. Даниила считают одного из малых пророков. And this would be not because his influence was minor. Это не из-за того, что он оказал маленькое влияние. But because his book is only 12 chapters. Но поскольку там только 12 глав в его книге. And so in the Christian canon, he is the first of the minor prophets listed. И в среди книги малых пророков он по списку идет первым. So in the Christian Bible, he comes after Ezekiel and before Hosea. И в христианской Библии он идет после Иезекииля и перед Осией. Now let's talk about the apocalypse for a moment. Давайте немного уделим время апокалипсису. And Daniel's effect upon the new covenant. И влияние Даниила на Новый Завет. First of all, let me ask one question, just a little bit outside. Хочу задать один вопрос, может быть, не по теме. When we talk about the new covenant. Когда мы говорим о Новом Завете. What covenant are we talking about? То о каком завете мы, что за завет мы подразумеваем? Yes, sir. Jeremiah says, when I make covenant with the God of house of Israel, new covenant. Yes. That's new covenant. Yes. Okay. So the new covenant is the one that is prophesied 600 years before Yeshua. Новый завет это тот завет, о котором было пророчество за 600 лет до Иешуа. And this new covenant, of course, would be like all was made with who? И этот новый завет заключен с кем? It's made with the house of Israel, with the house of Judah. С домом Израиля, с домом Иуды. Yes, it was not made with the Pentecostals. Он не был заключен с пятидесятниками. Yeah, wasn't made with the Roman Catholics. Или с римокатоликами. Wasn't made with the Russian Orthodox. Или с православными из России или Украины. The new covenant was made with the house of Israel, with the house of Judah. Но с домом Израиля, с домом Иуды. Like all covenants in the Hebrew Bible, как и все заветы в Библии, it had to be ratified by cut flesh or mutilated flesh and shed blood. Завет должен быть с пролитием крови, надрезанием плоти. Because unless it was ratified or made, it wasn't operational. Unless it had been ratified, or it had been если он не был ратифицирован, если бы его не ввели в действие, то тогда это просто оставалось бы надежда либо обетование.
И на протяжении 600 лет это было обетование, либо надежда. But we see in Matthew chapter 26, и в Матфея 26 главе мы видим verses 26 to 28, стихи 26-28. Yeshua takes his own mutilated body. Иешуа свое тело, которое было надломлено. As he takes the afikomen of the Passover. Это похоже на фикомен при на Песах. И надломленное тело он преломляет, раздает всем. And this is my body, which is broken for you. И он говорит, это мое тело, преломляемое за вас. And then he takes the cup, the third cup. Затем он берет третью чашу. The cup of redemption. Чашу искупления. And he distributes it to all of them. И раздает ее всем. And said, this is the cup of the covenant. И говорит, это чаша завета. And so now by his own mutilated flesh and by his shed blood. И теперь через его надрезанную плоть, надломленную плоть и через пролитие крови. He ratifies and makes fully operational the new covenant. Он ввел в действие полностью новый завет. But there's no Gentiles involved still. И тогда еще не было никаких язычников в этом завете. In fact, when Yeshua is on Mount Olivet and he is ready to ascend into the heavens. Когда Иешуа был на на Еленской горе, и он вознесся на небеса. И он дал это мессианское поручение, великое поручение. И там было где-то 500 евреев. Там не было ни одного язычника. Yes, because he's telling them to go into the world and Israel now. Он говорит им, идите в Израиль. Is to carry the message of the Messiah to all men everywhere. И несите послание о Мессии во весь мир. Yes, and only as Gentiles became believers in Yeshua. И только когда язычники уверовали в Иешуа. According to Ephesians chapter 2. Как и Ефесянам во второй главе. Would Gentiles become fellow partakers with Israel? Язычники становятся полными, как бы входят права полные, присоединяются. And become citizens of the Commonwealth of Israel. И становятся гражданами общества израильского. And take on the same mission, the same responsibility. И берут ту же самую миссию, ту же ответственность. Of being a kingdom of priests. И становятся царством священников и святым народом. And a light to the world. И светом миру. So the body of believers in Yeshua. Поэтому тело верующих в Иешуа. Become part of the team. Стала частью команды. Для того, чтобы быть в команде, с Израилем, для того, чтобы достигать мир для Мессии и принести мировое искупление. Поэтому давайте уделим внимание влиянию Даниила на Новый Завет. In Daniel chapter 7 we see that there is a very strong Son of Man motif. Мы видим в 7 главе там есть такой мотив сына человеческого. This theme of the Son of Man appears prominently in the accounts of Yeshua's life and teaching. Такая тема сына человеческого также появляется в истории об Иешуа и в его учении. Now Daniel is the earliest example. И Даниил является самым ранним примером. And he's the only example in the entire Hebrew canon. И единственный пример во всем еврейском каноне. Of apocalypse. Апокалиптической книги. Or revelatory language. Либо же языка откровений. Now there had been a long line of imitators. И также была длинная линия подражателей. In the intertestamental period between the old and the new covenants. Во время между двумя заветами. And there was a series of these apocalyptic texts that were produced and distributed. И также была целая серия апокалиптических текстов, которые были созданы и распространялись. And it seems that these apocalypses somehow climax in the apocalypse of John or the book of Revelation. И такое ощущение складывается, что эти апокалиптические тексты достигают своей кульминации в книге Откровения Иоанна. Now, as we come into the text of Daniel chapter 1, и когда мы открываем первую главу книги Даниила, there are three things that we see very quickly. Мы три вещи видим. In Daniel's personal history. В личной жизни Даниила. Verses 1 to 7. Первые семь стихов первой главы.
we see Daniel's deportation to Babylon. Мы видим депортацию Даниила в Вавилон. Verses 8 to 16. Стихи 8-16. We see Daniel's faithfulness in Babylon. Видим верность Даниила, находясь в Вавилоне. And verses 17 to 21. И стихи 17-21. Daniel's refutation in Babylon. His репутацию. Отказ Даниила. Now in the first two verses. Первые два стиха. We see the record of the siege of Nebuchadnezzar against Jerusalem. Упоминание об осаде Навуходоносором Иерусалима. And who would like to read for us, please, the first two verses of the book of Daniel? Первые два стиха. В первый год царствования Иоакима царя иудейского пришел Навуходоносор царь вавилонский к Иерусалиму и осадил его. И предал Господь в руку его Иоакима царя иудейского и часть сосудов дома Божия, и он отправил их в землю Синаар, в дом Бога своего, и внес эти сосуды в сокровищницу Бога своего. Now this is the third year of King Jehoiakim. Это был третий год царствования царя Иоакима. Who is the king of Judah? Который был царем в Иуде. And the year is 606. Это был год 606 до нашей эры. So after 3 years of being a puppet government. Спустя 3 года того, что они были игрушечным правительством. Jehoiakim rebels against the Babylonian rule. Иоаким восстает против вавилонского правления. And according to 2 Kings chapter 24 verse 11. И как написано в 4 книге Царств 24:11. God allowed the city of Jerusalem to be taken captive to Babylon. Бог позволил этому произойти, чтобы Иерусалим был в осаде и были введены пленные. Now Jehoiakim, the son of Jehoiakim. Jehoiakim. Иоаким. Jehoiakim. Иоакима был сын Иоаким. Was allowed to reign in his father's place. Правил вместо своего отца. But his reign only lasted 3 months. Но его правление длилось только 3 месяца. And so Nebuchadnezzar carries away Jehoiakim and replaces him by his uncle Zedekiah. Зедекия. Зедекия. И поэтому Навуходоносор смещает с трона Иоакина, сына Иоакима, и помещает вместо него Зарахию. And this takes place in like 597-596. Это происходило в 597-596 годах до нашей эры. But 2 Kings chapter 24 tells us that Zedekiah also rebels against the king of Babylon. И в 4 книге Царств, 24 главе, говорится о том, что Зарахия восстает против вавилонского царя. And so this brings on the siege of Nebuchadnezzar. В результате этого снова наступает осада со стороны Навуходоносора. Which is given to us in 2 Kings chapter 24. О чем есть упоминание в 4 Царств, 24 главе. And 2 Chronicles chapter 36. И 2 Паралипоменон, 36 главе. The siege here spoken of in Daniel is the initial siege of 606. И осада, о которой сказано в книге Даниила, это осада, которая была в 606 году до нашей эры. And it was during this first siege of Jerusalem. Первой осады Иерусалима. The Daniel and his 3 friends were taken to Babylon. Даниил и его 3 друга были введены в вавилонское пленение. The ultimate destruction of Jerusalem and the temple. И окончательное разрушение Иерусалима и храма occurred in 586. Произошло в 580 году. When the vast majority of the exiles now were taken to Babylon. Тогда, когда уже остальная часть евреев, оставшихся, была введена в Вавилон. And it seems to be after this period then that we have the synagogue coming into existence as an institution. И кажется, что именно после этого периода, после этого времени появилась синагога, либо возникла синагога. Now the sovereign Lord of Israel. И суверенный Господь над Израилем. Delivers the Judean king. Избавил иудейского царя. And some of the temple vessels into the hands of Nebuchadnezzar. Предал иудейского царя и некоторые сосуды в дома Божьего в руки Навуходоносору, в руки Навуходоносору. We see in Isaiah chapter 38. И мы читаем в Исаии
chapter 39. В Исаии 39 главе. The first eight verses. Первые 8 стихов. In 2 Kings chapter 20. И также 4 Царство 20 глава. Verses 12 to 19. Стихи 12-19. That Hezekiah, King Hezekiah, царь Езекия, who was the king from 728 to 695, он был царем 728 года по 697. He was king from 728 до 695 годов. You remember from the book of Isaiah that he shows the vessels of the temple to the Babylonians. Помните историю о том, когда Езекия показал сосуды дома Господнего вавилонянам. Remember Isaiah chastises Hezekiah for doing this. И помните, как Исаия выговаривает Езекию за то, что он так сделал. Because he understands that indeed will invite the Babylonians then to come and eventually steal the vessels. И он понял, что это было как приглашение для вавилонян, чтобы те в конечном итоге пришли и забрали все сосуды себе. But now, as we see in verses 3-7 of chapter 1. И как мы теперь видим, 3-7 стихи первой главы. Daniel and his companions are set apart for training in the king's service. Даниил и его товарищи были выделены специально для служения царю. You would read verses 3-7, please. Стихи 3-7. И сказал царь Асфеназу, начальнику евнухов своих, чтобы он из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского, привел отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видов, понятливых для всякой науки, разумеющих науки, смышленых и годных служить в чертогах царских, и чтобы научил их книгам и языку халдейскому. И назначил им царь ежедневную пищу с царского стола и вино, которое сам пил, и велел воспитывать их 3 года, по истечении которых они должны были предстать пред царя. Между ними были сынов Иудиных Даниил, Анания, Мисаил и Азария, и переименовал их начальник евнухов Даниила Валтасаром, Ананию Сидрахом, Мисаила Мисахом, Азарию Авдинага. So we see that the Bnei Israel, or sons of Israel, were chosen to prepare for kingly service. Сыновья Израилевы были избраны для того, чтобы служить царю. There are 4 qualifications as to who should be trained for this post. 4 требования предъявлялись для таких людей, кто должен был служить царю. First of all, they are to have no defect. They are to be healthy people. Во-первых, не должно быть никакого недостатка, дефектов. Они должны были быть здоровыми. Secondly, they are to be good-looking people. Во-первых, красивые люди. I guess because people are going to be coming before the king on a regular basis, he wants them to be good in appearance. Я думаю, что если люди приходили к царю постоянно, то его окружение должно было быть красивым. The third qualification. Третье качество. Was that they had a wide range of education and understanding? Чтобы у них было хорошее образование и понимание. In other words, these were already like university-trained people. Можно было бы сказать, что эти юноши были уже на уровне университетского образования. And fourthly. И четвертое. They were to be a quick study. Они должны были хорошо учиться, быстро учиться. They were to be extremely bright. И должны были быть очень умными. And able to pick up information and absorb it very quickly. И быстро схватывать информацию и учиться. So what were the initial duties of those who were chosen for this particular function? Поэтому какие были основные обязанности этих людей? Well, first of all, they were to learn the Babylonian literature and language. Во-первых, они должны были изучить вавилонскую литературу и вавилонский язык. They were to be highly skilled, highly knowledgeable of the Babylonian thought process and worldview. Они должны были хорошо знать вавилонское мировоззрение, вавилонское мышление, мир вавилонский. Second responsibility. Вторая обязанность. Was that they were to eat and drink of the king's food and wine. Они должны были есть со стола царского, пить царское вино. The assumption being that the king's supply would nourish one the best. Либо другими словами, то, что принадлежало царю, должно было питать самых лучших. And the third duty. И третья обязанность. Was that they were to study for a period of 3 years. Они должны были учиться в течение 3 лет. In preparation for the king's service. В приготовлении к служению царю.
Now the main characters given us here. И основные действующие лица, которые мы здесь видим. Include first of all Daniel. Во-первых, включает Даниила. Who is given the name Belteshazzar. Которого назвали Валтасаром. Which means one who Bel, who is the pagan god, one who Bel favors. И перевод с вавилонского это тот, кому благоволит Ваал. Bel was a prominent pagan deity. Ваал это выдающееся языческое божество. And we see him listed in Isaiah chapter 46 verse 1. И мы находим упоминание также в Исаии 46:1 о Ваале. And according to Daniel chapter 4 verse 8. В соответствии с Даниила 4:8. He seems to be the favorite god of Nebuchadnezzar. Такое ощущение, что это любимый бог, любимое божество Навуходоносора. So Daniel is given the name Belteshazzar. Поэтому Даниилу было дано имя Валтасар. Бел Bel favors. Тот, кого почитает, благоволит Ваал. But the friends, Daniel's friends are also here listed. И также тут перечисление друзей Даниила. And the friend named Hanania. Их назвали Анания. Is given the name Shadrach. Анания дано имя Сидрах. And Mishael. Мисаила. Is given the name Meshach. Мисах. And Azaria is given the name Abednego, имя Авдинага, which means the servant of Nebo. Что значит слуга Небо? Nebo is one of the other pagan deities. Небо это еще одно языческое божество. And renaming captives after gods or was not uncommon in the eastern countries. Переименование пленных это обычная практика на востоке была. And so by military defeat. И когда было какое-то военное поражение. Geographical displacement. Либо географические перемещения. A cultural flooding. Либо культурное вторжение. The Babylonians sought to manipulate the Jews. И вавилоняне начали использовать евреев. As helpless victims of и относиться к ним как к жертвам, как к беспомощным людям в вавилонском мире. You see how important it would be for the Jews to create the institution of the synagogue. Видите вы, насколько важно было для евреев создать эту институцию, синагогу. Now in verses 8 through 16. Стихи 8-16. We find Daniel's request to the commander. Мы видим повеление Даниила, даже просьба Даниила к чиновнику. Большинство из нас знает эту историю. Pardon me. For what reasons may Daniel have been For what reasons may Daniel have asked to abstain from the wine? Одна из причин, по которой Даниил просил начальника евнухов разрешить ему воздерживаться от еды царской. Well, Daniel probably was concerned about being defiled by unclean meats. Возможно, Даниила беспокоило то, что он может оскверниться нечистым мясом. Unclean from a Jewish point of view. Нечистого с еврейской точки зрения. Meats that were probably a regular part of the king's diet. И то мясо, которое царь, возможно, ел регулярно. Certainly the Babylonian palace would not observe laws in the Torah. Конечно же, в Вавилонском дворце не применяли законы Торы. About which animals can be eaten. Какие животные можно кушать, каких нельзя. And certainly they would not have later Talmudic codes. И, конечно же, у них не было записей в Талмуде. As to how animals are to be killed. В отношении того, как следует убивать животных. Pagan food and drink. Поэтому явства языческие, также напитки языческие. May simply epitomize pagan uncleanness associated with exile. Возможно, это ассоциировалось с нечистотой язычников, которая была во время пленения в Another factor here was that the food and the drink of the palace. Еще один фактор то, что явства, пища во дворце и напитки. Most likely would have come from the temple.
Возможно, они были принесены из храма. And thus to have been offered to some kind of pagan deity. И таким образом то все было предложено языческим божествам. And Daniel wouldn't want to eat meat that had been offered to idols. Конечно, Даниил не хотел есть мясо, предложенное идолам. Third reason is that meat and wine is a festival food. Третья причина то, что вино и еда это пища праздничная. And abstaining from the meat and the wine is a sign of mourning or penitence. И либо же даже мясо и вино это признак праздников, а воздержание от вина и мяса это как бы признак скорби. And Daniel and his friends would have considered that most appropriate in exile. И Даниил со своими товарищами считали это более приемлемым делом во время изгнания. So here the young exiles cease to be faceless and helpless victims. Поэтому в этот момент Даниил со своими товарищами они уже не являются такими серенькими личностями. So Daniel seizes upon this initiative from the Babylonians. Well, no, Daniel seizes initiative from the Babylonians. Поэтому Даниил берет инициативу. And insists on determining, making his own decision or his own determination. Берет инициативу в свои руки и настаивает на своем решении. Which obviously counters the chief of the king's officials. Goes against what he's just been told by the official. Что, конечно, противоречит тому, что чиновники делают. Now, what Daniel is asking? И что просит Даниил? Really is the chief of the king's officials to risk his own head. Другими словами, Даниил просит у начальника евнухов, чтобы он рисковал своей головой, своей жизнью. Because if the official refuses to impose the king's meat and wine upon Daniel and his friends. И если чиновник откажется давать вино и мясо с царского стола Даниилу и его друзьям. He may lose his own head. Тогда он своей головой поплатится. So Daniel proposes to him a period of testing. И Даниил предлагает ему время испытания. To demonstrate that the vegetarian diet that he is seeking, и показать ему преимущество вегетарианской диеты, which is free of the risk of uncleanness, и таким образом не было никакого бы риска загрязнения либо нечистоты, can be just as healthy as the official provision, и это было бы настолько бы здоровой пищей, как и царское обеспечение. And in the end, the test is very successful. И в конце этого конец теста этот был очень успешным. As these four Jews look better after the 10-day trial. Поскольку эти четверо евреев выглядят намного лучше, чем в начале 10-дневного периода. Then do all of the other young men eating the king's provision. И даже лучше, чем все остальные, которые питаются с царского стола. So now in verses 17-21. Поэтому в стихах 17-21. We see the progress and the promotion of the young men. Мы видим прогресс этих молодых людей и продвижение. And so we see that in verse 17. И в 17 стихе. God himself is the source of the young men's insight. Сам Бог является источником понимания этих парней. Their brilliance is plainly a gift from God. Их острота ума это в основном дар Божий. Daniel's achievements in the Babylonians' own areas of expertise. И также достижения Даниила в разных сферах вавилонских. Is a gift from heaven. Это дар с небес. Now we see that the end of days here suggests this was the conclusion of the 3-year training period. И мы видим, что окончание тех дней — это окончание трехлетнего периода. Это в 18 стихе. And verses 19 and 20, и стихи 19-20. We see that the king personally interviews all the young men. Мы видим, что царь лично интервьюирует этих молодых людей. And it turns out that the council of the four young Jewish exiles. И так получается, что слова этих четырех молодых изгнанников. Is 10 times better than all of the other advisors. Совет их в 10 раз лучше, чем всех остальных мудрецов. And so the God whom Nebuchadnezzar is seeking to eliminate through assimilation.
Again. The God that that Nebuchadnezzar wants to get rid of by assimilating the Jews. Навуходоносор пытается избавиться от Бога посредством ассимиляции евреев. Is the God who in fact is winning. Это тот Бог, который на самом деле побеждает, достигает триумфа. And so Daniel continues as a consultant to the kings of Babylon. И Даниил продолжает быть консультантом вавилонского царя. For the whole period of the Babylonian exile. Все то время вавилонского пленения. From his youth until his old age. Начиная с его юношества и до старости. Until finally Cyrus, the king of Persia, overthrows the Babylonians in 539. До тех пор, пока Кир, царь персидский, не свергнул вавилонян в 539 году. This brings us to chapter 2. Таким образом, мы дошли до второй главы. Where the God of heaven reveals the king's dream to Daniel. Это история о том, как Бог неба открыл сон Навуходоносора Даниилу. And the empire's destiny to Nebuchadnezzar. И также судьбу, которая будет у империи Навуходоносора. In the first 13 verses of chapter 2. Первые 13 стихов второй главы. We see that Nebuchadnezzar conceals his dream. Мы видим, что сон был запечатан на Навуходоносора. But then in verses 14 to 23, God reveals the dream. Затем 14-23 стихи Бог открывает сон, показывает. Verses 24 to 45. Стихи 24-35. Daniel interprets the dream. Даниил истолковывает сон. Which leads to verses 46 to 49. Даже до 45 стиха. Nebuchadnezzar promotes Daniel. И 46 стих Навуходоносор продвигает Даниила. All right. Well, now in verse 44. In the days of those kings refers to the time of the Roman emperors. В дни тех царств говорится о царствах римских императоров. And sometime during the reign of that empire. И в какой-то момент во время этой империи. These kingdoms will be broken to pieces. Эти царства будут разрушены на кусочки. By the kingdom which the God of heaven will set up. Тем царством, которое установит Бог неба. And this kingdom is not founded by the hands of men. Это царство не будет основано рукой человека. But it's erected by the God of heaven. Но направляется оно Богом небесным. And it shall forever remain immovable. И поэтому оно будет непоколебимым. In contrast to the world kingdoms. Противопоставление к мировым правлениям. Which will be annihilated by one another. Мировым царством, потому что каждый из них уничтожает предыдущее. Yeshua taught that God's kingdom would soon be established. Иешуа учил тому, что царство Божье скоро будет установлено. And the scriptures teach that God's kingdom will rule forever and will never be destroyed. И Писание говорит нам, что царство Божье будет навеки и никогда не будет уничтожено. And please read Isaiah. Исаия. Chapter 9, verses 6 and 7. 9:6-7. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, нарекут имя ему чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдой отныне и до века. Ревность Господа Савоофа соделает это. And Luke chapter 1, verses 32 and 33. Луки 1, 32, 33. Он будет великий, наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца. And 2 Peter 1:11 reads, "For in this way the entrance into the eternal kingdom of our Lord and Savior Yeshua HaMashiach will be abundantly supplied to you." 2 Peter 1:11. 2 Петра
1:11. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего Спасителя Иисуса Христа. In fact, the kingdoms the scriptures teach that God's kingdom would break other kingdoms in pieces. И также, как Писание говорит нам, что Божье царство разрушит все другие царства. Look at Psalm 2. Также Псалом 2. Verses 6 to 9. Псалом 2, 6, 9. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Psalm 2, verses 6 to 9. И по, 6 по 9. Я помазал царя моего над Сионом, святой горой моей, возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя, проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. And Isaiah chapter 60. Исайя 60 глава. Verses 9 to 12. 9-12. Так меня ждут острова и впереди их корабли фарсийские, чтобы перевести сынов твоих издалека и с ними серебро их, золото их во имя Господа Бога твоего, святого Израилева, потому что он прославил тебя. Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои, цари их, служить тебе. Ибо во гневе моем я поражал тебя, но в благоволении моем буду милостив к тебе. И будут всегда отверстия врата твои, и не будут затворяться ни днем, ни ночью, чтобы приносимо было к тебе достояние народов, приводимы были цари их. Ибо народ и царства, которые не захотят служить тебе, погибнут, и такие народы совершенно истребятся». In Isaiah chapter 2, verses 2 to 3, Исайя 2, 2, 3 refers to God's kingdom as the mountain of the Lord's house. Там говорится о Божьем царстве, как о горе Дома Господнего. И будет последние дни, гора Дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, потекут к ней все народы, и пойдут многие народы и скажут, придите, взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит он нас своим путям, и будем ходить по стезям его, ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господне из Иерусалима. The last two lines here in this passage are the words that are used when the Torah is taken from the ark. Тут используется такое слово, что Тора выйдет из Иерусалима. In the messianic or even the orthodox synagogues, when the Torah is taken and paraded around. И даже в ортодоксальных синагогах и мессианских, когда Тору выносят и проносят по собранию. The following line is chanted. Ki mitzion tetze Torah, ki mitzion tetze Torah, udavar Adonai merushalayim. Take it from this very verse. Поют этот стих, эту половину этого стиха. Now, in verses 46-49, we see the consequences of the interpretation. Последствия толкования Даниила, 46-49 стихи. And here we see that though Nebuchadnezzar bowed to Daniel, и хотя Навуходоносор пал на лицо свое перед Даниилом, he ultimately gave glory to God for revealing the dream. Все равно он воздал славу Богу за то, что Бог открыл это. And then Daniel was given honor and wealth. Затем Даниил был почтен, ему было дано богатство. And he's raised to be the head of the Babylonian sages. И он стал главой над мудрецами вавилонскими. He then also raises the status of his friends to a higher position in the kingdom. Также он поднял статус своих друзей до высших должностей в царстве. And so this Nebuchadnezzar, who is reportedly the king of kings, поэтому этот Навуходоносор, о котором сказано, что он царь царей, gave glory to the God of gods, the Lord of kings. Воздал славу Богу богов и Богу над царями. Daniel's revelation had referred to a future assertion of God's rule. И откровение Даниила относится к будущему наступлению Божьего царства, Божьего правления.
But it actually affects the realization of God's rule even now. Но это влияет на то, что такое правление Бога даже сейчас. I mean, do we realize that Yeshua is Lord? Осознаем ли мы, что Иешуа является Господом? Yeah, he will not become Lord in the future. Он не станет Господом в будущем. He is Lord now. Он Господь сейчас. Yes. He is Lord now. God has made him Lord. Он Господь сейчас. Бог сделал его Господом. Father has made him master of the universe. Отец сделал его Господом Вселенной. He is the King of Kings and the Lord of Lords. Он Царь Царей, Господь Господь. And he is currently the Lord of Ethiopia. И в настоящий момент он Господь Эфиопии. Yes, and he's currently the Lord of Russia. Также Господь России. And he's currently the Lord of the United States of America. Господь Соединенных Штатов Америки. And he's currently the Lord of the Ukraine. Настоящий он Господь Украины. He's currently the Lord of Israel. Также настоящий Господь Израиля. He's currently the Lord of Argentina. Господь Аргентины. And Zimbabwe. Зимбабве. And China. Китая. Yeshua is Lord. Иешуа Господь. Lord of all. Господь всего. Not only in the future, but now. Не только в будущем, но уже сейчас. And our responsibility is to help the nations wake up to this realization. И наша ответственность в том, чтобы пробудить народы, чтобы они это осознали. I mean, as we say in America, wake up and smell the coffee. У нас в Америке фраза такая: проснитесь и вдохните аромат кофе. Yes, this is what, and I like the coffee smell. И мне нравится аромат кофе. На перерыве кто-то пил. But wake up and smell the coffee, world. Но проснитесь к этому аромату кофе. Иешуа есть Господь. Это будет лучше для каждого, когда они это поймут. Они смогут избежать гнева Божьего. Они смогут воспользоваться или взять все благословения Бога. Но только тогда, когда признается Его господство. И когда народы послушны Ему. Иешуа является Господом, Царем Израиля. The Father has made him the King of Israel. Отец сделал его царем Израиля. Well, the rabbis may not like it. Возможно, раввинам это не нравится. The rabbis may want to suggest it's not so. Возможно, раввины говорят, что это не так. But the rabbis are not God. Но раввины это не Бог. God is God. Бог есть Бог. And He has made Yeshua Lord and Master. И Он сделал Иешуа Господином. And He is the King of Israel. Господином, Господом, Царем Израиля. And as Israel wakes up, и как только Израиль проснется к этому осознанию, and repents, и покается, and follows the leadership of Yeshua, и будет следовать лидерству Иешуа, will Israel be able to enter into her destiny? Тогда Израиль сможет войти в свою судьбу. The destiny that God promised the patriarchs. Судьбу, которую Бог обещал патриархам. The destiny that God promised the psalmists. Судьбу, которую обещал псалмистам. The destiny that God promised the prophets. И также пророкам. Yeah, this is Israel's destiny. Это судьба Израиля. But it only comes when Israel embraces Yeshua. Но эта судьба придет только когда они принимают Иешуа. Until then. Но до того времени. Israel just continues to run in circles. Израиль продолжает ходить по кругами. There is no word from heaven. Нету. There is no divine counsel. Нету божественного совета, нету слова с неба. There is no prophet in Israel. Нету пророка в Израиле. Except the messianic believers. Кроме как мессианских верующих. And what does the Proverbs tell us? И о чем говорят притчи? Be'en chazon yipara am. Where there is no vision. Где нет видения, народ гибнет. Where there is no word from heaven. Где нету слова с небес. Where there is no divine counsel. Где нету божественного совета. Where there is no thus says the Lord. Где нету этого так говорит Господь. Then the people are confused. Тогда люди запутаны. And in their confusion they begin to just run in circles. И из-за этого они то просто ходят кругами. Faster and faster and faster. Бегают как until finally their society по стадиону до тех пор, пока falls apart. Все общество не распадается. Be'en chazon, where there is no vision. Где нет видения, the people perish. Народ гибнет. Yes.
It's important that God have prophets. Очень важно, чтобы у Бога были пророки. It's important that Yeshua has people he can depend upon. Есть люди, которых может полагаться Ишуа. Это важно. Speak the full counsel of God's word to Israel. Которые смогут передать полное слово Божье Израилю. That Israel can be preserved and spared future calamity. Израиль был сохранен от грядущих бедствий. I pray that soon and very soon Israel come into the full realization of Yeshua. Молюсь, чтобы поскорее Израиль пришел к полному осознанию Ишуа. Why wait? Зачем ждать? There's no advantage to waiting. Нет никаких преимущества в ожидании. Сейчас день спасения. Now is the accepted time. Сейчас время благоприятное. Israel should embrace Yeshua. Израиль должен принять Ишуа до 12 часов. Wait a minute. Before 1 o'clock. Подождите, до часу. Уже 12 прошло, до часу. Okay, chapter 3. Третья глава. Here we see that God vindicates His power when 3 Jews choose burning rather than apostasy. Мы тут видим, как Бог проявляет свою силу, когда 3 еврея более выбрали сгореть заживо, чем отступить от Бога. In the first 7 verses, we see that Nebuchadnezzar erects an image to himself. В первых 7 стихах видим, как Навуходоносор воздвиг истукан для себя. Verses 8 to 12, we see that Daniel's friends refuse to worship. Стихи 8-12, друзья Даниила отказываются поклониться ему. But rather in verses 13 through 18, trust God. 13-18 стихи, они доверяют Богу, надеются на Бога. Verses 19 through 25, we see the friends are protected in the furnace. 19-25 стихи, друзья защищены в печи. And then by the end of the chapter, verses 26 to 30. И к концу главы с 26 по 30 стихи. We see that Daniel's friends are promoted. Друзья Даниила возвышены. So read verse 1 of chapter 3. Первый стих. Царь Навуходоносор сделал золотой стукан вышиной в 60 локтей, шириной в 6 локтей, поставил его на поле Деире в области Вавилонской. Now the king has his demands. И теперь у царя есть свои запросы, требования. So he erects a statue to himself. Он воздвиг истукан себе. That is about 30 meters tall. Который примерно высотой в 30 метров. And about 3 meters wide. И 3 метра ширины. Now this statue is extraordinary. И этот истукан. It's monumental. Необычный. And probably grotesque. Гротескный, грандиозный. Now the statue may have represented Nebuchadnezzar himself. Возможно, этот истукан это сам, ну, или образ самого Навуходоносора. You know, in many cultures, music draws attention to. Yeah. Вы знаете, что во многих культурах музыка привлекает внимание. To state and religious processions and ceremonies. К различным религиозным церемониям и процессиям. We know Stalin did this sort of thing. Мы знаем, что Сталин делал такие вещи. Also Saddam. Также Саддам. Create great statues to themselves for the people to honor him. Создал большие статуи для того, чтобы люди поклонялись ему. So it's a falling prostrate before the statue would simply acknowledge Nebuchadnezzar's God. И падение ниц перед этим истуканом – это символ того, что признавался Бог Навуходоносора, либо Навуходоносор как Бог. Even as Nebuchadnezzar, when he fell down before Daniel, acknowledged Daniel's God. Также как Навуходоносор пал ниц перед Даниилом и признал Бога Даниила. Now, for most of the Jewish exiles, the problem of bowing down to the statue would not arise. И для большинства изгнанников из евреев, находящихся в Вавилоне, проблема поклонения истукану не существовала. This was a particular problem for those Jews who had attained positions of high responsibility in the state. Но эта проблема возникла только для тех евреев, которые достигли высочайшего положения в государстве.
Because they were the ones facing the question as to where the limits were in terms of their acceptance of Nebuchadnezzar's authority. Поскольку для них возникал этот вопрос, где же проходит эта граница признания власти Навуходоносора? So obviously the Jewish authorities were not able or refused in this case to bow down. И, конечно же, эти еврейские начальники отказались поклониться. Now, most commentators assume that the furnace was metal. Большинство комментаторов говорит, что печь была сделана из металла. And it had a beehive shape with an opening at the top. И что она была в форме улья, и вверху было отверстие. And men would be thrown into the furnace from the top. И что людей бросали в печь сверху. And there was some kind of a door at the side through which people were able to look in. И также сбоку была какого-то рода дверь, чтобы люди могли наблюдать. И некоторые говорили, что эта печь была сделана туннелевидной и из кирпичей выложена. And the burning of criminals is referred to occasionally throughout the Babylonian, Persian, and Greek periods. И часто говорят о том, что преступников сжигали, как в Вавилоне, Греции. In verses 8 to 12. In verses 8 to 12, we see the accusation against the Jews. Видим, какие обвинения выдвинуты против евреев. Now the Chaldeans are likely Babylonian sages suffering from professional jealousy. Халдеи это вавилонские волхвователи, чародеи, страдавшие от профессиональной зависти. Now the accusation refers to the office of the three men. И они обвиняли этих двух чиновников, которые были евреями. Which explains their presence at the ceremony. И как мы видим, они находились на той церемонии тоже. Daniel for some reason must not have been at the ceremony. По какой-то причине Данила не было там. And these three then, who were apparently the youths in chapter 1, and go ahead. И очевидно, что эти трое, которых сказано в первой главе, they're Daniel's friends in chapter 2. Это друзья Данила во второй главе. Are here called the Hebrew or the word that is used here signifies full-grown men. Verse. They have come to a place of maturity. 12 стихе мужи иудейские их тут называют, то есть они выросли уже. Yeah, the Hebrew, the Greek, the Aramaic word here is guvraya. Guvraya на арамейском это слово используется. Those of you that know a little bit of Hebrew, gvarim are adults. Gvarim на иврите это взрослые, то есть взрослые мужи иудейские. So here is the trial of the accused in verses 13 to 18. И стихи 13-18 обвинения и суд над ними. Now the king was amazingly arrogant. И царь был удивительно высокомерным. And the personal nature of his reaction. И как лично он прореагировал. The reaction that there were those who did not bow down to his idol. Реагировал на тех, кто не поклонился его идолу. Embodies not only a religious and a national commitment, but a personal one. Это отражает не только национальное или религиозное состояние, но и его личное отношение. Nebuchadnezzar's own standing, his own status was somehow tied up with the statue. Само положение и статус Навуходоносора как-то было взаимосвязано с этим истукатом. И он был так глубоко ранен тем, что мужи иудейские не преклонились перед этим истуканом. И его высокомерие было явлено, было очевидно. Rhetorically, whether any god would be able to rescue them from his power. Потому что он так риторически спрашивает, тогда какой Бог избавит нас от руки моей?
And so let's read verses 16 through 18. Поэтому 16-18 стихи. И отвечали Сидрах, Месах, Авдинага, сказали царю Навуходоносору: нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Если же не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, который ты поставил, не поклонимся. And so it's clear now that the men answer not to Nebuchadnezzar, but to God. Поэтому мы видим, они отвечают не только Навуходоносору, но и Богу. And it is God who holds their fates in His hand. It is God who holds their fate. И Бог, у которого в руках находится их судьба. Not this arrogant king. А не у этого высокомерного царя. Having already experienced God's coming through for Daniel, потому что они уже испытали, как Бог ответил Даниилу. Coming through for Daniel and them when at a moment when their very lives were on the line. Ответил Богу, ответил им, когда их жизни были подвержены опасности, их могли убить. When God delivered the dream and the interpretation to Daniel. Та история, когда Бог дал сон и толкование сна. These Jewish men now express a total trust in God's ability to save them. Эти мужи иудейские проявляют полное доверие Богу и способности Бога спасти их. Now these three also accept the possibility that God would not intervene. Также эти трое могли принять такую возможность, что Бог не вмешается в ситуацию. But even with that possibility, it makes no difference. Даже если такое произойдет, не будет никакой разницы. They will not bow down. Они не поклонятся. And so in verses 19 to 30, we see the deliverance of these Jews. И в 19-30 стихах мы видим, как эти евреи были избавлены. Now Nebuchadnezzar is enraged at the rights of God being at the point exalted over his own. И Навуходоносор злится, гневается на право Бога быть поклоняем, то что Бог может принять поклонение. And so he determines to speedily and securely seal the fate of these rebellious nonconformists. И потому он решает в срочном порядке решить судьбу этих еврейских нонконформистов. He will make an example out of them. И он покажет всем, они будут примером всем остальным. Now the executioners themselves were not even allowed time to strip the prisoners. И из-за того, что эта казнь произошла так быстро, не было у них даже времени избить плетью этих пленников. Which eventually even heightens the miracle that takes place. И это, в свою очередь, даже больше подчеркивает то чудо, которое произойдет позже. And as the executioners are leading them to their execution, и в то время, как мучители ведут их на место казни, the executioners experienced the torment that had been planned for the three Jews. Сами те, кто хочет их казнить, испытывают мучения, предназначенные для евреев. Now Nebuchadnezzar sees a sign that he cannot ignore. И Навуходоносор видит это знамение, которое он не может игнорировать. He was completely able to ignore the sign of the deaths of the executioners. Ведь он мог полностью проигнорировать этот знак, этот случай о том, что его люди были убиты огнем. But now as he gazes into the furnace, а теперь он сам смотрит в печь, внутрь печи, he sees that the three Hebrew children have not been delivered from the fire, и видит, что мужи иудейские не были избавлены от огня, but they are delivered in the fire. Но они избавлены в огне, в среде огня. They are free, они looking as though they are enjoying a walk in the garden. Свободно ходят там, как в саду. And so deliverance comes about through the presence of a fourth person in their midst. И избавление приходит от четвертой личности в их среде. And the experience of God's being with His people comes in the furnace. И это то переживание, когда Бог сам сходит в печь к своим людям. Not being preserved from it. И они не были, хотя они не были сохранены от печи. You know, it's when we are
in trouble, that God is nearest to us. Вы знаете, что когда мы в неприятностях либо в проблеме находимся, именно тогда Бог рядом с нами. When life is good and comfortable, we. Когда жизнь хороша и комфортна. We say hallelujah, the Lord is with us. Мы говорим халлелуя, Господь с нами. But we're in, when we're in the fire. Но когда мы в огне. And we call upon His name. И мы призываем Его имя. We know He's with us. Мы знаем, что Он с нами. The greater experience is to be in the fire and to see His deliverance. Самые большие переживания происходят в огне, когда мы видим Его избавление. The same way with the gifts of the Holy Spirit, тоже great miracles. Относится к дарам Духа Святого, к великим чудесам. The greatest miracles we'll ever see are not going to happen in the walls of the congregational meeting. Самые великие чудеса, которые могут произойти, не произойдут в стенах общины. The greatest miracles we will ever see is on the front of the cutting edge of kingdom expansion. Самые великие чудеса происходят на крае, на границах, тех границах, где распространяется Царство Божье. When we are challenging the enemy on his own turf. On his own ground. Когда мы бросаем вызов врагу на его собственной земле. And God intervenes miraculously to demonstrate His power and His glory. И когда сам Бог чудесным образом вмешивается, показывает свою силу. The greatest experiences we can have for God is not just when we're with believers. И самое великое переживание происходит с нами, когда мы не просто верующие. But when we are spokesmen for God in a hostile environment. Но когда мы являемся прорицателями Бога во враждебной обстановке. And then the Lord shows up to confirm our witness with signs, wonders, and miracles. И тогда Господь подтверждает наше свидетельство чудесами и знамениями. Now the title El Elyon for a pagan, or the Most High for a pagan. И имя El Elyon. Would only denote the highest among many pagan gods. Говорит самый высший, не только говорит о самых высших среди языческих богах. And the kiln or the furnace apparently was at the ground level as well as open at the top, so that people were able to see inside. Мы можем предположить, что печь была на уровне земли, даже где-то под землей, так что люди могли видеть снаружи, сверху вниз. And God is very deliberate in this instance to make sure that the leading figures and dignitaries. И Бог сам удостоверяется, что ведущие люди и высшие люди. He wants the elite to understand that these Hebrews suffered no burn at all in the fire. Чтобы элита убедилась в том, что эти люди не потерпели никаких ожогов, на них нет. He goes so far to even allow that no smell of smoke would be able to permeate their clothing. Одежда не прожглась, но также никакого дыма не осталось на них. Now Nebuchadnezzar comes to respect the God of the Hebrews. Итак, Навуходоносору приходится уважать Бога евреев. And now demands that others do the same. И тоже делают и другие люди. Twice now, God has given Nebuchadnezzar opportunity to see that the God of Israel is the Most High God. Это же второй раз, когда Бог дал Навуходоносору возможность увидеть, что Он высший Бог. And those opportunities have been made available as a result of the courageous faith and obedience of Daniel and his friends. И такие возможности появились только благодаря смелости Даниила и его друзей. It's an act of God's grace. Веры, и это поступок, это дело благодати Бога. Chapter 2 shows that there is a God who can reveal the mysteries of heaven. Во второй главе было показано, что Бог является тайны небесные. But chapter 3 shows that there is a God who can intervene in human, individual, and national life. А третья глава показала, что Бог вмешивается в национальные дела и так в дела какого-то человека. A God who can fully discredit human pretensions and monuments that embody them. Бог, который дискредитирует претенциозность человеческую и разные истуканы. Though having the might of the God of Israel revealed to him, и хотя сила величия Бога Израиля была явлена ему, Nebuchadnezzar fails to live in submission to the Most High.
Навуходоносор не живет в подчинении высшему Богу. This brings us to chapter 4. И так мы подходим к четвертой главе. Where we see Nebuchadnezzar's dream of the tree. Где ему снится сон о дереве. In the first three verses, Nebuchadnezzar's proclamation. И в первых трех стихах провозглашение Навуходоносора. But in verses 4-18, his vision. А в четвертом, восемнадцатом стихе его видение. Verses 19-27, Daniel's revelation, or sorry, Daniel's interpretation of the vision. 19-27 стих — это интерпретация Даниила этого видения. Verses 28-33, Nebuchadnezzar's humiliation. 28-33 стихи — смирение Навуходоносора. And then finally, from verses 34-37, Nebuchadnezzar's restoration. 34? From 34-37. It's chapter 4. There's no, 34 is the last. Okay, well maybe your Bible's cut a little bit different than mine. Anyway, the final verse there shows that Nebuchadnezzar's restoration. И последний стих — это то, как Навуходоносор был восстановлен. So we have, first of all, the proclamation of the king. Во-первых, мы видим провозглашение царя. And if you would read the first three verses of chapter 4. Первые три стиха. Я, Навуходоносор, спокоен был в доме моем и благоденствовал в чертогах моих, но я видел сон, который устрашил меня, и размышления на ложе моем, и видение головы моей смутили меня. И дано было мною повеление привести ко мне всех мудрецов вавилонских, чтобы они сказали мне значение сна. So Nebuchadnezzar here, king of the world empire. Навуходоносор, царь мировой империи. Sends word around the empire. Sends word throughout the empire. Рассылает такую весть по всей империи. He makes a public confession of the wonders that God has performed for him. Это публичное исповедание тех чудес, которые Бог сделал для него. And offers the praise that recognizes how His power extends beyond this one moment of time to the whole of history. И он признает, что его власть, его сила распространяется дальше, далеко, в это время, в этой истории. Now elsewhere in Tanakh, narrative, the Psalms and prophecy speak of nations and kings. И также в других местах в Танахе, в псалмах, пророчествах говорится о народах. Who had previously acknowledged God or were destined to someday acknowledge Him. Тех народах, которые ранее признавали Бога. Now we come to verses 4-9 and the failure of the wise men. В 4-9 стихах мы видим неудачу мудрецов. So Nebuchadnezzar now has another dream. И у Навуходоносора этот следующий сон. Nebuchadnezzar's testimony begins from the secure, successful circumstances of his life before his dream in chapter 2. Если взять его свидетельство, так он говорит, что он спокойно жил до этого. And so the word flourishing here, ra'anan, verse, right at the beginning. Flourishing, благоденствовал, расцветал на иврите. This describes the green, luxuriant tree. Это что описывает зеленое дерево, цветущее, роскошное. It's deliberately introduced here in anticipation of the dream in which the king, in which the tree symbolizes the king. И специально здесь используется слово в преддверии того, как будет этот сон рассказан и во сне дерево, а дерево символизирует самого Навуходоносора. Now, unlike the dream of chapter 2, в отличие от сна, который был во второй главе, Nebuchadnezzar in this case relates the events of the dream to his magicians, etc. He tells them, в этой случае Навуходоносор рассказывает о сне, что было в этом сне. But they are unable to give him the interpretation. Но они не могут дать ему толкование. The king recognizes that Daniel is the one in whom the Spirit of God dwells. И также царь вспоминает о Данииле, в котором дух живого Бога. And so Daniel is called upon him in the last to interpret the dream. И
И он призывает к нему последнему, чтобы он истолковал сон. Now you would suppose that the king would have been wanting to call upon Daniel first, since he's seen his action in the past. Но вы могли бы предположить, поскольку раньше Даниил уже истолковал сон царя, тогда бы царь должен был позвать Даниила первым. But apparently Nebuchadnezzar was a slow learner. Но очевидно, что до Навуходоносора доходило очень медленно. So Daniel, либо он учился очень медленно. So Daniel himself only comes to be someone of extraordinary spirit through the activity of the divine spirit. Поэтому то, что Даниил мог необычно истолковать, это приходило к нему только через способность Божественного Духа. Yes, we are nothing in ourselves. Yes. И что мы сами по себе ничто. It's only what God does in us. Но только то, что Бог делает в нас. Now, we see the dream in verses 10 to 18. Стихи 10-18 сон. And now the great tree in verses 10 to 12. Великое дерево 10-12 стихи. The portrayal of the tree here is has an immediate background in the Tanakh. И само изображение этого дерева мы находим пример этому в Танахе. And a more general background in other Near Eastern religions. Еще и в других восточных религиях тоже есть изображение дерева. A lofty, preeminent, protective. Превознесенное, защищенное. Защищающее дерево. A fruitful and long-lived tree. Плодоносное и дерево долгожитель. With lush green growth. С зелеными ветвями. It is a common symbol in the Bible for a living, transcendent. Это символ библейский, значит жизнь. Life-giving, sustaining. Дающий жизнь. Поддерживающий, обеспечивающий, также сам Бог. So a sacred tree at the center of the earth. И это священное дерево в центре земли. Symbolically links heaven and earth. Это символическая взаимосвязь неба и земли. A tree of life grows in God's garden. Также дерево жизни растет в Божьем саду. And world history can be symbolized as a tree. И также мировую историю можно представить в виде дерева. The tree is a natural symbol for the king. Также дерево это символ самого царя. Who mediates God's life and provision and protection to the people. Который дает Божье обеспечение и защиту народу. The king is tree-like to the people. В глазах народа царь похож на дерево. And some understand that the leaves or the foliage are the twigs. This is a reference to the provincial rulers. И некоторые понимают, что листья, веточки, зеленая растительность дерева это относится к провинциальным правителям царя. And the fruit of the tree. И плоды дерева. Is an allusion to the population of the empire. Это намек на население всей империи. And so we see in verses 13 through 16. И поэтому 13-16 стихи. And please, if you would read it quickly. 13:16. Сердце человеческое отнимется от него, дастся ему сердце звериное, и пройдут над ним сеть времен. По велениям бодрствующих это определено, и по приговору святых назначено. Дабы знали живущие, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет, и поставляет над ним уничиженного между людьми. Такой сон видел я, царь Навуходоносор, а ты, Валтасар, скажи значение его, так как никто из мудрецов в моем царстве не мог объяснить его значение, а ты можешь, потому что Дух Святого Бога в тебе. So Daniel here uses the Aramaic word ear. Which means the Aramaic word ear, which means angelic watchman. Daniel says, or King says. It's part. What Daniel uses the word in the book of Daniel to describe what the king says. Даниил использует слово на арамейском ир, что значит ангельское создание в отношении царя.
These are a supernatural watchman is one of a number of expressions for heavenly beings in the book of Daniel. Ибо же ангельский страж, ангельский посланник, и часто используется в книге Даниила. And these terms utilize the arrangements of a human court. They utilize the arrangements of a human court. И также это описывает человеческий суд. To picture God's management of the affairs of heaven and earth. Чтобы показать, как Бог правит на небесах и на земле. For example, an earthly king had watchmen. Например, у земного царя есть страж. Who were the eyes and the ears whereby he was able to control and provide for all his realm. И он глаза, он является ушами, он видит, он слушает то, что происходит вокруг. So now in the dream the declaration is made that the tree is to be chopped down. И теперь во сне такое заявление делается, что дерево нужно срубить. And the branches are to be cut off. И ветви нужно срезать. And in consequence, those who found shelter under the tree, и впоследствии чего, те, кто нашел прибежище под деревом, the ones who gained provision from it are now scattered. Те, которые свое обеспечение находили под деревом, теперь будут рассеяны. But the stump remains with its roots in the ground. Но остается корень земле. With a band of iron and bronze around it. И ствол остается, вокруг которого бронзовые железные узы. Now notice that the tree is not totally destroyed. И также заметьте, что дерево не уничтожено полностью. God's judgment characteristically has a yet or still to come somehow contained in it. То есть Божий суд, который еще должен прийти. The tree which had reached into the heavens is now confined to the earth. Дерево, которое достигло небес, теперь свергнуто на землю. And it is fed from the earth. The tree is now fed from the earth. И теперь дерево питается от земли. And all it knows about heaven is the rain. Amen. All the tree knows about heaven is the rain that falls on it. И все, что деревья знают о небе, то, что оттуда падает дождь на них. The tree had provided for the animals. Дерево также было обеспечением для животных. But now the tree is provided for in the midst of the animals. In the middle of the animals. Now the tree receives from heaven with the sustenance that it needs in the middle of the animals. Можно сказать, теперь о дереве забота происходит, но среди животных, то есть он не является источником для животных, он наравне с животными. So this abasement of the tree will last a long time. Для того, чтобы это основание, этот ствол и корень дерева существовали еще долгое время. But we are not told how long it will be. И нам не сказано, как долго это будет. So the message now describes someone being reduced to an animal-like existence. И здесь описывается человек, личность, который унижен до уровня животных. Some kind of an animal, perhaps being restrained by a metal ring around its neck. Либо же животное, на которого одета железная кова на шею. Now the obvious interpretation of the tree cut down with the stump remaining. И какая интерпретация может быть этого срубленного дерева с оставшимся корнем? Refers to the royal dynasty which will be cut down. Говорится о царской династии, которая будет свержена. Which will survive as a stump. И которая все же останется, перетерпит. And have the potential for renewed growth. Останется корень, и от которого пойдет новая жизнь. A new king will arise. И что новый царь появится. But Daniel will apply this dream not to Nebuchadnezzar's descendants. И что Даниил говорит, этот сон не относится к потомкам Навуходоносора. But Daniel applies this dream to Nebuchadnezzar himself. Этот сон относится к самому Навуходоносору. So here a royal figure is taken from being Lord of all. Этот царь, который был Господом всего. He's taken from being the source of life to all being. Он был источником жизни для всех.
to becoming least of all. И он стал меньшим из всех. And unable to sustain his own life. И так, что он даже о себе не может заботиться. Nebuchadnezzar's Babylon had been the contemporary embodiment of that ambition of nations. Можно сказать, Вавилонская империя была является современным воплощением всех амбиций народов. Nations like to be godlike. Потому что народам нравится быть похожим на Бога. Nations would like to rule and provide for the whole world. Народам бы захотелось править над всеми, обеспечивать всех. And Nebuchadnezzar's Babylon had somehow discharged that function. И каким-то образом эта функция была утеряна Вавилоном. So reaching up to heaven can suggest a rebellious arrogance on Babylon's part. И достижение небес это говорит о высокомерии со стороны Вавилона. Which heaven itself must judge. Что должно быть осуждено самими небесами. We remember in Genesis chapter 11 verse 4. Мы помним Бытие 11 глава 4 стих. When the men at Babel wanted to reach, build a tower, they would reach up to heaven. Когда хотели построить Вавилонскую башню для достижения неба. And so God then scattered them. И потому Бог их рассеял потом. And there are in Isaiah chapter 14 verse 13. Исаия 14:13. It says there's also a reference to those who would ascend to heaven and put their throne above the stars of God. История о том, как тот один захотел войти на небо и выше Бога поместить свой престол. And judgment would fall on them. И что суд над такими тоже. But only a tree that stands for God's rule will ultimately be allowed to grow so high and broad. И дерево только, которое растет для правления Божьего, сможет достичь таких высот. Для того, чтобы даже птицы небесные находили убежище в его ветвях. Let's read Mark chapter 4. Марка 4 глава. Verses 30-32. The words of Yeshua. 32. From in Mark chapter 4 verses 30-32. 30-32. Но он прошел посреди них, удалился и пришел в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние. И дивились учению его, ибо слово его было со властью. Now in this dream we see there are seven periods of time. Во сне мы видим семь периодов. And this is understood by both Josephus and the Jewish commentators to be 7 years. Как и еврейские комментаторы, так и Иосиф Флавий понимают, что это 7 лет. So the angelic messenger decrees that this decision concerning the fate of this tree. И тот указ, который принес ангельский посланник в отношении этого дерева. Has been made for the purpose of making it known that God is over all. Было сделано с той целью, чтобы показать, что Бог находится над всем. It is God who has given Nebuchadnezzar, the lowliest of men, the authority to rule over his realm. И что даже Навуходоносор, низший человек, он ему дана власть править над всем. So these angelic messengers, the holy ones, и этот ангельский посланник, святой, make decisions and implement them on behalf of God, of Israel's Most High God. Принял решение применить это в отношении Всевышнего Бога. The Most High has no rivals. У Всевышнего Бога нету эквивалента. Он единственный Бог. And the felling of the tree proves who is really the king. И падение дерева доказывает то, кто является царем на самом деле. For the tree speaks of a human authority that has its place, but has to be kept in its place. Потому что дерево указывает на человеческую власть, человеческая власть есть свое место, но она должна оставаться на этом уровне. Human power is helpless outside the will of the divine power. Человеческая сила беспомощна за пределами Божьей силы. Now we see interpretation pled for in verse 18.
И также в 18 стихе мы видим интерпретацию. The inability of Nebuchadnezzar and his sages to interpret the dream prepares the way for Daniel. То, что его мудрецы не смогли интерпретировать сон, это подготавливает путь для Даниила. In verse 7 we see the sages cannot interpret the dream. В 7 стихе его люди не смогли интерпретировать сон. There is the possibility that they may have had some understanding of the interpretation. Хотя, возможно, кто-то мог понимать этот сон. That it seems somewhat obvious at the very least, to be referring to the King Nebuchadnezzar and his kingdom. И очевидно, кто-то мог бы сказать, что этот сон относится к царю Навуходоносору и его царству. But the unwillingness to make it known to the king reflects an understandable fear on their part. Again. Their unwillingness, the sages' unwillingness to make it known to the king. Но мудрецы не желали рассказать это царю. Reflects a certain understandable fear. Это указывает на какой-то уровень страха у них. Remember, these are ministers of state. Как вы помните, это государственные правители, чиновники. The king doesn't want to hear bad news from them. И, конечно же, царю не хотелось бы услышать плохие новости от них. So the king himself may have had some idea as to what this dream signified. И, возможно, у царя были какие-то идеи по поводу того, что значит этот сон. Perhaps he was just wanting to deny the obvious nature of its meaning. Возможно, он хотел отвергнуть это очевидное значение сна. And was somehow hoping for a positive interpretation. И, наверное, он надеялся, что кто-то позитивно истолкует этот сон. In ancient days, remember, many times messengers who brought bad news. Как вы помните, в древние дни те, кто приносили плохие новости. Paid with their lives for the bad news. Платили своей жизнью за плохие вести. Yes, I mean, you remember when Saul was killed? Помните, когда Саул был убит? Saul and his sons were killed on the Mount of Tabor. Сыном он был убит, и они. Gilboa. You remember that the messenger came and told David. Пришел посланник и сказал об этом Давиду. Told David, oh, yeah, you are now, you know, you stand to be the king. И сказал Давиду, вот теперь ты будешь царем, потому что Саул мертв. And you remember that the messenger was then killed. И вы помните, что потом посланника этого убили. This is very standard practice in the ancient world. Это очень распространенно в древнем мире. So these sages had no desire to tell the king bad news. Поэтому у этих мудрецов не было никакого желания говорить царю плохие новости. Well, we come now to the interpretation in verses 19 to 27. Стихи 19-27 это интерпретация. Now, Daniel appears to have his own reluctance now. Можно сказать, теперь сам Даниил немножко затормаживает. And the king reassures Daniel that he needs not to fear his own fate. И царь говорит ему, что не надо бояться за свою жизнь. But Nebuchadnezzar's fear, I'm sorry, Daniel's fear though is not for himself, but for Nebuchadnezzar. И страх, который был Даниила, не был за него самого, но за царя, за Навуходоносора. His desire that the dream portrays the fate of the king's enemies implies a positive concern for the king. И то, что он даже ему сказал, пусть этот сон был бы этот сон для твоих врагов, это говорит о его переживании о царе. I mean, somehow Daniel has already developed some kind of an affection for the king. Можно сказать, каким-то образом у него была привязанность к царю. But he nevertheless offers interpretation in verses 20 to 26. Однако он дает свою интерпретацию в 20-26 стихах. Here's the meaning of the dream. И вот значение этого сна. It is you, O king. Что ты, царь. You will wander in the wilderness eating grass like an animal. Verse. So the meaning of the dream, the interpretation of the dream is it is you, O king. Значение сна, интерпретация сна, что это ты, царь. And he says, будешь в пустыне как дикий зверь. And he says, by interpretation, then that Nebuchadnezzar will wander in the wilderness. И затем говорит, что ты будешь блуждать в пустыне. And will eat grass like an animal.
и будешь есть траву, как животное. Seven times or years. It's important that you say seven times or years. Verse. Where does it say? No, I'm not asking you to read the verse. I'm asking you to just say seven. The words. Seven times. Семь времен — это 7 лет. Now Rashi suggests. И Раши. Rabbi Rashi suggests. Великий раввин Раши предлагает. That this period of time, 7 years. Что этот период времени 7 лет. Was the punishment for the destruction of the temple in Jerusalem? Было наказанием за разрушение храма в Иерусалиме. Which Rashi said had taken 7 years to build. Как Раши сказал, ушло на это 7 лет. And this period of 7 years then will last until. И этот период 7 лет будет длиться до тех пор. Nebuchadnezzar recognizes the lordship and the supremacy of God. Пока Навуходоносор не признает господство Бога. In his own life and kingdom. И верховенство Бога в его жизни и в его царстве. But Nebuchadnezzar's kingship will be restored. И что царство Навуходоносора будет восстановлено. Only when he gives God his due recognition. Только когда он соответствующим образом признает Бога. So Nebuchadnezzar is promised that he can be king. И Навуходоносору дано обещание, что он будет царем. Only from the point that he acknowledges. Только в тот момент, когда он признает. That he actually is not the universal authority. Что God is the universal authority. В принципе, не является универсальным царем, властью, но только Бог. So it is a comfort then that the object of God's judgment is not merely destruction. Поэтому утешение только такое мы находим. Разрушение, которое пришло от Бога, это не просто суд. But recognition of God's preeminence. Но это признание того, что Бог верховенство свое занимает. So here's the solution given in verse 27. И вот в 27 стихе решение. Basically it's this: repent and change your ways. В основном он говорит: покайся и поменяй свои пути. The action required is to do justice. И для этого нужно творить справедливость. To take action on behalf of the needy. Для того, чтобы защищать бедных. Even pagan kings are called to be the means of implementing God's care of the poor. Даже языческие цари должны защищать бедных людей в народе. And Daniel assumes that a regime that puts justice first will itself prosper. И Даниил предполагает, что то государство, в котором справедливость есть, будет процветать. And so we find the fulfillment in verses 28-37. First of all, we see the sin. Во-первых, мы видим грех. Babylon the Great, or this great Babylon. Этот великий Вавилон. These are the proud words. Величественный Вавилон. Which appear in many cuneiform inscriptions left by Nebuchadnezzar himself. Часто это появляется в халдейских писаниях, и это было записано самим Навуходоносором. His sense of achievement over building projects in Babylon. То, что он ощущает это чувство достижимости в проектах строительства в Вавилоне. Are probably justified. I mean, he was a great builder. Возможно, это оправдано, потому что он был, может быть, великим строителем. But this is precisely what led to his downfall. Но именно это ведет его к падению. And Rabbi Rashi suggests that perhaps attention to building projects should have been less. And concern for the needy should have occupied him more. И раввин Раши предлагает, что, возможно, не надо было так много внимания уделять строительству, но больше внимания уделить нуждающимся. And so we see the judgment. И потому мы видим суд. When in verses 31-33. Когда в 31-33 стихах. A voice from heaven reiterates with all clarity the fulfillment of the dream, which is now to come true. Again, voice from heaven. A voice from heaven reiterates with clarity. С ясностью этот сон повторяет, этот голос повторяет сон. Nebuchadnezzar is driven from men by his madness.
by his craziness. То, что Навуходоносор был изгнан от людей из-за своего безумия. And he lives under the air of heaven as a beast, eating grass like the cattle. И он живет под небом и ест траву, как и скот. His person is so neglected that his hair becomes like that of eagle's feathers. Можно сказать, он настолько о себе не заботится, не смотрит, что его волосы вырастают. And his nails like bird's claws. Его когти становятся как ногти, как когти. And so his self-delusion had resulted in him losing his mind. И его самообман привел к тому, что он теряет ум, рассудок. But in the end, we see Nebuchadnezzar is restored. Также мы видим в конце восстановление Навуходоносора. His condition was a peculiar appearance of madness, as expressed in verse 34. В 34 стихе, как сказано, он был в состоянии гордости. Where the recovery is designated as the restoration of his reasoning ability. Либо даже безумие. И потом было восстановление его способности мыслить. The king acknowledges God as the ever-living one. И царь признает Бога как вечно живущего. The eternity of the supreme nature of God includes his omnipotence. И сущность Бога в том, что он вездесущ. As opposed to the weakness of the inhabitants of the earth. Он всемогущий, это противопоставление тому, той слабости, которой обладают жители земли. And so Nebuchadnezzar recognizes that his own rule can be suspended or terminated. Поэтому Навуходоносор признает, что его правление может окончиться. But God's rule never is. Но Божье правление будет вечным. So Nebuchadnezzar's kingdom is then restored to him. Поэтому снова царство Навуходоносора было восстановлено. But now he is determined to walk in humility. И в этот во второй раз он решил жить в смирении. And in recognition of the ultimate lordship of God Most High. И также признать Господа Всевышнего. And so the chapter somehow assumes that if God's kingship is acknowledged. И каким-то образом вывод этой главы, что если признается господство Господа. Then human kingship can find its place. То тогда будет существовать и человеческое господство. Rule on earth as well as rule in heaven. Править на земле так же, как и на небесах. Come to belong to the one who becomes poor in spirit. Это правление приходит к тем, кто нищий духом. God is the embodiment of faithfulness and justice. Если взять Бог, это воплощение верности и справедливости. And the demolition of pride. И также уничтожение гордости. So finally. Поэтому наконец. It's a good Hebrew word. Это хорошее слово на иврите. Наконец. Sof sof. Sof sof. It means end, end. Это означает конец, конец. Which means finally. Либо наконец. Sof sof. So I say sof sof. Поэтому я говорю sof sof. Nebuchadnezzar is an example. Навуходоносор является примером. A warning of how not to be led astray by power and achievement. Предупреждением нам, чтобы мы не были уведены силой, уведены в сторону куда-то достижениями либо силой. And a model of how to respond to chastisement and humiliation. И также это пример тому, каким образом реагировать на наказание и смирение. He is even more a promise. Даже он более является обетованием. That earthly authorities are in the hand of God. Обетованием, обещанием тому, что человеческие